чуть не год, Еремей. Все считал, досчитал. Всех дьяков притомил, да и сам приустал. Во! Все грибы сосчитал, все деревья в лесах, все веснушки у малых детей на носах, все чернила извел и дорожкой прямой со спокойной душой поехал домой. Только до дому тоже не короток путь. И решил Еремей на пути отдохнуть. Подумать только, такую бочку чернил списать. Ага. И такое превеликое множество мелкого рогатого скота на пергаменты пошло. Это ты про баранов-то? Про баранов. И гусиных перьев истреблена тьма тьмущая. Пить охота. Прямо никакого терпения нет. Придется царь-батюшка потерпеть маленько. Маленько! Эх, газировочки бы. Ну, какая тут может быть газировочка? Степь кругом, путь далек лежит. Тебе откуп нужен. Поклянись своим царским словом, что отдашь мне то, чего ты в своем царстве не знаешь. Чего я в своем царстве не знаю? Ага. Клянусь своим царским словом. Фу. Царь-батюшка! Запомни! Ты царское слово дал! Грози, не грози, а мне не страшно. Ведь у меня каждая былинка, каждая травинка подсчитана, записана. Я в своем царстве-государстве все знаю! Все! Благополучным возвращением, царь-батюшка! Радость-то у нас какая! Радость! Радость! Наследник престола. Андрей Еремеевич. Чего я в своем царстве, государстве не знал?